Челы, заходите на стримы. Так, выберите класс для игры. У нас есть только кто? Принеси мне души, говорит костер. У нас есть только вот этот чел. Герой. ХП 2, СП 0, сила 1, ловкость 1, интеллект 1. Ну, берем. Получается подходящий для нас. Русского, к сожалению, нет. Запит. Яма. Добро пожаловать, путешественник. Я здесь, чтобы помочь тебе в твоем приключении. Ходи. Хожу. Ты можешь дэшить. Дэшу. Во время дэши ты неуязвим. Ты можешь вязать бомбы. Вот тебе на будущее пару бомб. Теперь атакуй вот эту штучку. Да, ты натуральный. Все, давай пообщаемся в следующей комнатке. Для убийства более сильных противников тебе потребуется себя снарядить. Возьми вещи, а потом в инвентаре их назначь. Так, что здесь дают? Деревянный меч, лук или палка? Давайте лук возьмем. Можем все взять. Инвентарь. Беру лук. Как его поставить? Вот, поставил. Так, также ты можешь почитать о статусах своих. Тут всякие вот эти параметры для особо умных челов. Ну, а если ты не особо умен, иди посражайся. Ну, отлично, неплохо сработано. Иногда в своем приключении ты будешь находить всякие вкусняхи. Груши повышают твою ловкость, мясо повышает твою силу, и конфетки повышают интеллект. Эти вкусняхи будут повышать твой уровень и увеличивать твою силу. Урон оружия скалируется от атрибутов. Также атрибуты дают тебе ХП, стамину и манну за каждые 10, 20, 30 поинтов. Ну, соответственно, сила дает ХП, стамину дает ловкость, манна дает интеллект. Понятненько. Ну, это все, что я чему могу научить тебя. Давай, отдохни. Давайте скушаем грушу. А мы все можем скушать? О, полоска левела. Ни хрена. Кабан. Дес. Так, плюс одна ловкость. Или же Treasure Rock. Дропает лут, когда разрушено. Я пойду за ловкостью. Так, давай мою грушу сюда. Опа, повышение левела. Вау! Повышение левела, и мы выбираем какой-то перк. Интуиция, плюс один к эффективному... Ну, как переводится proficiency? Типа, просто к ловкости плюс один, или к скалированию как-то ловкости? Добавляю плюс один к скалированию ловкости. Повышает урон от скалирования на 3,75. Неплохо. Quick Step. Когда вы дэшите, получите 20 дополнительной скорости передвижения на 4 секунды. Эффекты зелий перманентные. Ни хрена, это звучит очень круто. Эффекты зелий перманентные. Звучит прям топово, да? Но мы возьмем, наверное, все-таки вот эту темку. А это что такое? Так, Е, чтобы открыть. Стоит один ключ. У нас нет ключей, unlucky. Конфетка. Плюс один интеллект или шрайн. Содержит шрайн. Давайте посмотрим, что такое шрайн. Так, и что такое шрайн?
25 more damage dealt. Что это имеется в виду? Это типа все наносят на 25% больше урона или только я? Наверное, только я. Шрайн. Окей. На мне теперь шрайн висит. Неплохо. Так, мы можем пойти за ключом, можем пойти за деревянным сундуком. Не закрыт деревянный сундук. Я пойду за ключом. Простейший никчемничий. Забираю ваш лут. Плюс одно синее сердечко. Думаю, что это наш вариант. В конце концов, мы пока неплохо справляемся и с базовым луком. Души. Дает некоторое количество душ или ловкость. Берем ловкость. Завалено! Но мы можем взорвать. Поставим бомбу. Интересно, а вот эти вот всякие приколдесики, они на что-то влияют? Нямер. Так, еще один ключ или ловкость? Ловкость? Random offhand дает рандомный offhand item, то есть не в основную руку дает какой-то предмет, да? Random access, ну то есть какой-то щит, скорее всего, даст рандомный. Или рандомный аксессуар. Мы, естественно, за аксессуаром, мы же лучник. Вильзевул? Бильзебуб? Батизу? Бафомет? Ничто не может меня остановить. Минотавр. Ни хрена. Жесть он тут. Неплохая попытка. Чудовище. Все еще стоишь. Ты делаешь меня злым. О-оу. Уничтожен. Давай сюда свои души. И бриллиантовое кольцо. Плюс 10. Critical hit шанс. Забираем. Ставим колечко. Погоди, у нас уже было какое-то колечко. Колечко, которое дает плюс одно сердечко и ученость 2 из 2. Что? Фак. Ну криты, это же так круто. Придется пожертвовать, походу. Это был только первый этаж. Bone Yard. Так, как насчет того, чтобы похавать мясо? Так, на этом даже уже гораздо неприятнее противники, судя по всему. Скеликоки, лучники. Свежее мясо. Дает среднее количество золота. Статы. Вот что действительно играет роль. Вкуснятина. Погодите, шрайны действуют, судя по всему, на весь забег. Поэтому это вполне себе хорошая темка взять шрайн. О-оу. Так, я просто буду стоять в углу и отстреливать этих чертят. Ничто не может мне навредить. Верно? Плюс одну стамину дает шрайн. Неплохо. Сможем 3 раза дэшиться. Вполне себе выгодно. Золотой сундук. Закрытый сундук, который содержит разные награды. Let's go. О-оу. Так, криты начали прокать. Что дает ловкость? Ну, говорили же в обучении. Увеличивает урон от оружий, которые скелятся от ловкости. Например, наш лук скелится от ловкости.
Скейлится от ловкости он, походу, в Си. Видите, Си там написано. Си-скейл, как в Dark Souls, короче говоря. У палки D-скейл от интеллекта. У меча D-скейл от этого. От силы. Так, открываем. Ninja Headband. Плюс еще одну стамину, это шлем. Обалдеть, у меня 4 стамины, я могу просто делать 50 тысяч рывков. Так, Armory Contains Weapons, нам сюда. Вау. А почему здесь сверху ловушки Джокера? Двойные арбалетти. Господи, боже мой. Скейл C от ловкости, но они двойные. Звучит очень круто. Копье. Скейлится от силы на A, от ловкости на D. Невероятный посох траханья и ужаса. Скейлится на C от интеллекта. Плюс 10 дамага дает. Берем арбалетти. Понятно. Жесть. Скорострельность нереальная. Дает рандомный эффект для вещи. Давайте сюда. Патроны, кстати, надо перезаряжать. Они заканчиваются. Так. Gold Pine Resin. Что? Смазка из Dark Souls. Невероятно. Infuses weapon with lightning for 10 rooms. Жесть. На 10 комнат накладывает молниеносный дэмэдж. Идем за мясом. Ничтожные глупцы. Шрайн закончился. Кстати, да, реально шрайн закончился. Погоди, он закончился в какой момент? В тот момент, когда я взял другой шрайн? Или когда прошло время какое-то? Так, шарпшутер. На 25% больше урона противникам на далеком расстоянии. Глаз кэннон. На 30% больше дэмэджа. Плюс... О боже, мы будем получать плюс одно сердечко при получении урона. Ну то есть, короче, будут два сердечка хуярить сразу за один удар. Плюс 20 critical hit шанс. Вау. Звучит круто. Так, бомба дает бомбы или покупайте вещи в шопе. У нас ноль денег, поэтому бомбаем. Забираем лутецкий. Так, какой-то ивент здесь, смотрите-ка. Давайте пойдем на ивент. RTSR сетап. Ну-ка, какая-то статуя. Молись. Помолиться статуи волшебника. Плюс 5 интеллекта нам дали. Воу. Можно еще раз помолиться? Погодите. Я чувствую в этом некий подвох. Random Magic Weapons. Магические оружия. Или еще один аксессуар. Давайте попробуем магические оружия. О-о. Мне так одиноко и холодно. Банши. Так, ладно, девочка, что ты умеешь? Не сильно впечатляет. Но ведь у тебя есть вторая фаза, верно?
Не бойся прикосновения смерти. Смерть так добра для нас. Окей. О-оу. Девочка стала срать. Ау! Мой дэш! Он не защитил меня. Изыди, демон! Мы потеряли наше синее сердечко. Unlucky. Но мы приобрели Spark Wound. 50-75 урона. Яйкс. Давайте посмотрим, как оно вообще работает хотя бы. Охренеть. Пробовали имба. Что по поводу нашего интеллекта? Плюс 5 все еще? Red Dice реролит награды для следующей комнаты. Так, мясо или рандом консюмабл, который не является зельем или инфьюзией. Давайте сходим сюда. Пчелы. Это имба. Эта палка была имбой. Я был неправ. Абсолютно имба. Спокойно, спокойно. Кто там какает? Очищающий камень. Удаляет одно проклятие. У меня полный инвентарь. Черт. Надо что-то дропнуть. Так, ладно, забираем. Восстанавливает одно сердечко или рандом консюмабл. Снова. Не так далеко, как у арбалетов. Ethereal Dice позволяет реролить трейд, выбор трейдов. Когда выбираешь трейды после получения уровня. О, это полезно, кстати. Так, берем. Золото или ивент? Ивент, конечно. Ой, что за дерево? Изучить золотое дерево. What the fuck? Оно насрало нам cold pine резинами. У нас нет слотов, чтобы это все вместить. Fuck, они не стакаются. Давайте применим тогда один cold pine резин. Blacksmith. Так, тут кузнец. Улучшайте оружие и чините снаряжение или ключ. Фак, не знаю, может быть стоит... Ладно, ничего страшного. Я думаю, мы еще найдем. Пойдем к кузнецу. Мистер кузнец. Апгрейд за 20 золота. У нас нет денег. Не умирай! Говорит нам кузнец. Вот такой вот совет. Так, что? Я починился, что ли? Таверна. Присядь, остановись и выпей. Пойдем выпьем. Если хочешь выпить, поговори с хозяином таверны. Молодые не могут сейчас держать свои напитки, как мы тогда, в старые времена. Видимо, он про то, что он знатно умеет бухать. Мы могли всю ночь бухать, и нам похуй было. Теперь, сейчас, один напиток, и все, они валяются. Купить пиво. У нас нет денег, сори. Продавец зелий, мне нужно ваше
сильнейшее зелье. Мои зелья очень сильные для тебя. Но я иду в битву, мне нужны ваши зелья. Здравствуй. Ты выглядишь сильным. Тебе нужно зелье отхиливания за 10? Нет, у меня нет денег. Похоже, ты все-таки недостаточно силен. Эй, подойди, послушай. У меня для тебя невероятная сделка. Только сегодня, только сейчас. У меня имеются нелегальные части оружия. Я могу их продать за 30 монет. Идет? Нет, не идет, у меня нет денег. Ну ладно, бля, дурачочек ты. Так, ладно, пойдем тогда за интеллектом, наверное. Нам теперь нужен интеллект. Господи Иисусе. Что за дичь происходит? Так, нам нужно раздобыть денег, ребят, где-то. Найс, вкуснейшее. Деньги, идем за деньгами. Проклятая маленькая терния. 13 монеток, не так уж и много, но неплохо. А теперь можно взять ловкости. Ням-ням-ням. Рандомное мили оружие. Или золото. Дает большое количество золота. Так, сейчас будет босс. У нас всего 2 хп, ребят. Что делать? Let's go. Королева пчел. Те, кто пришли в мой улей, должны быть наказаны. Обалдеть. Она невероятно сильна. Настоящая мать улья. Это не шутка, ребят. Она выстрелила маленькую пчелку. И это только первая фаза. На второй фазе мы отлетаем. Согласны? Блин, перекаты довольно долго восстанавливаются. Ты должен был уйти, пока мог. О, господи Иисусе. Чё ли? Тихо. Жить, 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 жить. Легчайшая матка. Фух. Так, ну не так уж и много денег дали. У нас одна хпшка остается. Let's go. Этаж 4. Господи Иисусе. Это даже не половина. Так, как насчет того, чтобы рерольнуть выходы? Давайте попробуем. Интеллект. Интеллект равно повышение уровня. Магический сундук. О, ну у нас нет ключей, поэтому unlucky. Возможно, мы сейчас сдохнем. Так, они взрываются. После смерти. Аккуратно. Давай, легендарный навык. Мечтатель. На 50 повышает урон... Бонус урона от манны. Как вообще работает манна в этой игре, я не понимаю. Quick cast. Получите на 30%... 30% атак спида с магическими оружиями на 4 секунды, когда вы берете манна-звездочку. Что за манна-звездочки? Как вообще работает магия? Каждая третья основная атака наносит дабл-дэмэдж.
Каждая третья основная атака? Но это ведь будет работать и для посоха, я правильно понимаю? 50 increased damage bonus from mana. Не понимаю. Давайте потестим. Плюс 30% дэмэджа. Звездочки вот у нас. Но это никак не влияет на наши атаки. Я не могу кастовать ничего дополнительно. Восстанавливай сердечко. О-о. Только не злые ведьмы. Ням-ням. Так, вооружение, идем сюда. Что же мы видим здесь? Легендарный шипованный лук. Охренеть. Бискейл от ловкости. 10 крита. Это просто имба. Наносит яд. Золотой ножик. Он тоже скейлится от ловкости и немножечко от маны. Свиток кометы. Мы берем это. Или нет? Или лук берем? Чё берем, чуваки? С одной стороны и то хочется, и другое. Так, у нас, смотрите, у нас 10 инты. 7 ловкость. Ты когда атакуешь в активной комнате, тратятся звездочки, и от этого уменьшается урон. Да? Ладно, я беру свиток кометы. Полный инвентарь. Это невероятно. Невероятно круто или помойно? Посмотрим. Просто incredible. По-моему, имба. Да, я заметил, что звездочки убирались. Таверна. Так, а что в таверне было? Продавали зелья. Продавали пиво и продавали нелегальные части оружия. Что за нелегальные части оружия вообще? Мы пойдем за золотом. Окей, идем к золотому сундуку. Господи Иисус. Вот это зверь. Там были просто бабки, ничего больше. Unlucky. Неплохая. Но она пока что в раннем доступе вроде. Магазин, вот оно. Это то, что нам надо. Золотая корона. Плюс 5 rooms to duration of effects. Плюс 5 комнат к длительностям эффектов. Hunter Cloak. Плюс 10 critical strike chance. Боди армор. У нас есть какая-нибудь боди армор? Никакой нет. И аксессуар на 15 скорости атаки. У нас аксессуар на... Так. Вообще, какой у нас сейчас крит шанс? 35, да, до сих пор? Будем дальше стакать криты, наверное. Возьмем еще один ключ. Изничтожение. Амброзия. Плюс 1 ко всем статам или рандомный аксессуар. О-о, горгулья. Мы защищаем это место с нашей силой. Это плохо. Горгульи литерали из Dark Souls. Мой брат! Я должен отомстить за тебя. Походу они менялись бы в зависимости от того, кто умер. Прикол. Вау!
я мертвец. Невероятный дэмэдж залетает горгулье прямо в лицо. И я все-таки живец. Господи Иисусе. Это было близко. Но этот дэмэдж вы вообще видали? Пятый этаж. Так, еще один дайс. Три интеллекта? Целых три интеллекта? Нереально. О-о. Плейкбрингеры. Ням. Фак. Нам срочно нужно хпшку. Походу в этой комнате мы умираем. Рейнджер Клоак. Легендар. Заявите первый дамажащий хит, который вы получаете в каждой комнате. Это поможет нам жить. Но нам придется отказаться от Клоаки Хантера. Получается, я стал лостом. Так, магазин здесь есть, да? Я даже не знаю. Мы все еще можем, кстати, взять... Смотрите, вообще мы можем все еще взять кольцо. Я только сейчас об этом понял. Мы можем взять кольцо, и у нас будет... Ничего не поменяется. Ладно, я юзаю вот это. Забираю вот это. И ставлю вот это. Придется применить бомбу. Револьвер. Невероятно. Снайпер райфл. Господи Иисусе, посмотрите на этот дэмэдж. Но одна атака в секунду всего лишь. Дэмэдж просто невероятный. Но если ты меткий стрелок, ты ваншотаешь малюток. Полностью автоматический арбалет. Скейлится, кстати, неплохо от интеллекта при этом. На... А, нет, это B или D, я не пойму. По-моему, D. В общем, говно какое-то продают. Нам ничего не нужно. Но нам нужно сердечко. О-оу. Ням-ням-ням. Так, теперь пойдем за ключом. Смазка по шкалой стамина показана. Вот эта смазка, да? Окей, понял. Чистая сила, изыди. Критов стало меньше, немножечко просили по дэмэджу, но ничего страшного. Так, какая-то, кстати, вот смотрите, надо, мне кажется, прочекать, что такое Treasure Rock. Вдруг там будет синее сердечко. А, его нужно бомбы разбить. Всего лишь монетки, у нас больше нет бомб. Спокойно, спокойно, спокойно. Petrified Horde drops gold when shattered. Камешек с золотом. Звезд стало 3, и прибавка к урону стала 45. Неплохо. Кузнец. Мистер Кузнец, помогите мне улучшить мой свиток кометы. Я улучшил ваше оружие. Да? Погодите, а что такое аттюнмент? Аттюнмент — это не ученость, а состояние, что ли, брони? Или что это такое? Рандомные ботинки. У нас нет ботинок. Надо за ботинками идти. Анубис. Мумия. Цикл жизни и смерти продолжается. Я буду жить, а ты умирать.
Он неуязвим. Блин, он поставил какие-то чаши странные. Это крипово теперь. Мне кажется, их придется сейчас разрушить сперва. Предсказание сказало, что я должен победить. Твоя смерть ожидаема. О, черт, эти чаши палят по мне. Победили меня. Тихо. А-а-а! Звездочку. Мне кажется, надо его добивать, ребят. All in. Босс побежден. Ботиночки. Пламенные ботиночки. Передвижение оставляет за собой трейл огня, который наносит 250-300 урона в секунду. Неплохо. Шестой этаж. Ну и жуть. Обсидиановый сундук. Закрытый сундук, который содержит редкие вещи. Пойдем туда. О-о. Шляпа волшебника, это то, что мне необходимо. Фак, ну у меня же плюс стамина. Черт побери, плюс стамина довольно круто. 10 магического урона или плюс 1 стамина? Я не знаю. Не знаю, мне кажется, стамина покруче даже будет. Соул сердечко. Мы получим левел, если съедим интеллект. Или соул сердечко даст нам возможность пережить еще один урон. Сердечко, согласен. О-о. Мы в дерьме. Меня едят. Ужасно. Фак, урона очень мало без звездочек. Ладненько. Три интеллекта. Снова акула. Только не это. Она слишком крутая. Акулу нужно убивать в первую очередь. Повышение уровня. Похититель душ. Получаете соло-сердечко, когда вы побеждаете босса. Жестко. Каждую пятую основную атаку, primary, это же основная, да? Это будет гарантированный critical hit. У нас и так хороший critical hit, не знаю. Вот Soul Sieve может в целом неплохим быть. Скорость 20% на 4 секунды может немножечко спутать. Есть также рерол, да, можно рерольный. Давайте рерольным. Плюс 125 множители крита. Так, наносит на 40% больше урона в комнатах, где вы получили дэмэдж. Или плюс 2 сердечка. Просто плюс 2 хороших сердечка, стабильных. 2 жёстеньких, хорошеньких сердечка. Цельных, смачных, живеньких. Наверное, возьмем 2 сердечка. Так, еще 3 интеллекта. Хорошо, что у нас есть бомба. О-о. Блин, враги стали быстрые, по ним тяжело попадать.
этой пухой. Так, а это что такое? У нас, как обычно, нет ключей. Как-то подвал. Магазин. Может ли в магазине продаваться что-то крутое? Наш свиток одноручный, кстати говоря, можно поставить щит, по идее. Или взять ключ. Давайте попробуем, 44 монеты. Келп. Консюмабл. Одна стамина перманентна. Медуза. Консюмабл. Вы иммунны к электрическому урону на одну комнату. Золотая рыбка. Плюс 5 нахождение золота навсегда. Келп. Алхимическое хранилище. У нас нет. Нет ключей. Нет, только не акула. У нас слишком крутая. Да, этим, конечно, спеллом не очень удобно убивать акулу. Души. За души мы, наверное, будем прогрессировать как-то, открывать какие-то вещи вне основного геймплея, да, в менюшке там. Три бомбы. Давайте души возьмем. 250. Неплохо, неплохо. Кровавый сундук. Закрытый сундук, который требует вас заплатить сердечком. В сраку я такие сундуки. Пойдем благословить. О, боже. На 30% увеличенная скорость передвижения. Ладно, возьмем. Рандомное зелье или еще одно соул-сердечко? Мы еще ни разу не видели никакие зелья. Они могут быть, наверное, реально неплохими. Зелье выносливости. Defy Death plus one more times per room for three rooms. What? Что такое Defy? Типа, отклони смерть? Типа, выжить позволит нам? Интересно. Рандом боди армор или золото? У нас вроде хороший боди армор. Давайте золото. Октопуси. Маленький человечек. Я большой. Ты слабый. Сокрушу тебя. Кракен. Так, щупальцы не получают урона. Кажется, плащ меня задефал. Обалдеть! Что за атака? Такой маленький, такой слабый. Разозлил меня. Хватит прятаться. О, черт. О, боже мой. Это плохо. Только не эта атака. Как жить? А! Подохни, пожалуйста, просто подохни. Прими смерть. Ладно, этот босс уже был таким приемлемым. Фух. Мы потратили здесь Soul Heart, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Седьмой этаж. Так, еще один Red Dice. Можно попробовать рерольнуть. Вдруг что-то покруче выпадет. Один Soul Heart, один интеллект. Soul Heart. Что это такое?
О, Господи Иисус. Так, кровавый сундук или магический? Фак! Надо реролить. Бомба или сладость? Сладость? Сладость или гадость? Таверна. Так, может быть, нам пивка в таверне выпить? Хотя пивко, наверное, какой-то дебаф наложит. Как это обычно бывает в играх. То есть оно увеличит наш урон, но наложит какой-то дебаф. Или типа того. Можно пойти купить зелье лечения. Ладно, в этот раз таверна другая. Здорово! Пиво хорошо, да? Жаль, не могу его взять в битвы. Заинтересован в альтернативе? Продам тебе саке за 15. Ладно, кокош. Эх, приветики. У моего отца была... Он был, короче, азартным человеком. Слоты любил крутить. Надеюсь, он упокоится. Он оставил мне ферму. В реально плохом состоянии. Он также оставил мне свою коллекцию кубиков. Не интересен тебе для покупки кубик за 10? Нет. Отличный выбор. Лучше подальше держаться от этих гемблингов. Настоящий солдат берет с собой всегда порошок для починки в битвы. Хочешь купить немножечко порошочек? Что? Я сказал, настоящий солдат. В любом случае. Привет, дорогуша. Хочешь, чтобы я зачерила твои оружие? Поболтать. Откуда я? Не твои заботы, дорогуша. Я дружелюбная. Я не приношу вреда. Я вижу огонь в твоих глазах. Ты заинтриговал меня. Но сейчас нет времени. А это что за культист? Когда-нибудь чувствовал это... Ощущал вот это чувство? Как будто кто-то следит за тобой. Все причиняет боль намного больше. Чувствую, как будто я близок к смерти. Мой последний день приближается с каждой минутой. Возьми это, с меня хватит. Red Eye Orb. Consumable. Inflicts one stack of death mark плюс одно сердце. Погоди, что? Inflicts one stack of death mark. Плюс один урон по сердцам, полученный при настакивании. Я нихуя не понял. Зачем это нужно? Давайте зачарим оружие. Плюс 10% урона. Неплохо. Так, нам нужно сердечко, срочно. Найс. Не знаю, может, я неправильно понял этой темки, может быть, хз, непонятно. Так, вооружение, ни хрена себе тут оружие. Диск Кэнон плюс один. Вау. Свайхандер плюс один. Нереально. S-скейл от силы. Голиаф дает плюс 10 урона от силы. Рубиновая палочка. Свайхандер, ну у нас не силовой билд, ребят, соряныч. Эх, рубиновая палочка оказалась полным говнищ. Интеллект или обсидиановый сундук? Нам нужно прокачиваться по-хорошему. Но черт побери, как же хочется обсидиановый сундук. Ладно, лучше интеллект. Ням-ням-ням. Еще один интеллект. Petrified Mana Crystal. Плюс одна манна после разрушения. Это навеки нам даст ману, верно?
Так, бахаем. Слушайте, мана-то, видите, у нас с ним исполняется. Надо больше звездочек собирать, походу. Итак, рандомный боди-армор или рандом аксессуарий. Давайте попробуем аксессуар подобрать поинтересней. Дракон, настоящий красный дракон. Я король под горой, я огонь, я смерть. О-оу. Он зол. Фак! Я просрал так тупо свой плащ. О боже мой. О, черт, что происходит? Почему так долго восстанавливается? Ау. Я в печали. О нет. Это смерть. Мы не выстоим второй фазы. Он слишком силен. Ты должен был преклониться перед моим величием. Я мертвец. Я мертвец. Очень долго восполняется. Я не могу. Не могу доджить. Я мертвец. Прямо сейчас. Я выпил зелье, но оно не помогло, походу. Либо оно работает только на следующие комнаты. Но неплохо, мы для первого забега далеко зашли. Это какой, 7-й этаж был? Для обычного малюточа? Посмотрите. Можем открыть что-то новенькое.